Всем привет! Вы смотрите «Черное море» каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Обязательно подпишитесь на мой канал в Ютубе, в Инстаграме. Мы продолжаем. Сегодня у нас 10 апреля. Я нахожусь у гостиницы «Приморской», на вершине ее лестницы. Доступа к набережной по-прежнему нет, но отсюда мы можем также наблюдать море. Но гладкое, спокойное. С моря дует легкий ветерок. Замечательная погода. Температура воздуха около 13 градусов тепла. Время уже близится к закату. 6 часов. На набережной никого нет. За исключением редких людей. Сами можете видеть. Все перегорожено. Птички поют. Красота. Какой замечательный отсюда открывается вид. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал, оставляйте лайки, комментарии. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Смотрите «Черное море» каждый день. Всем пока!